все народности России вместе навсегда, потому что только в единстве, дружбе и взаимовыручке можно преодолевать беды, невзгоды, стабильно развиваться экономически, идти по пути социального прогресса, строить планы на мирное прекрасное будущее. Этой мыслью, словно красной нитью, было пронизано все праздничное мероприятие, подготовленное районным управлением культуры. В концерте приняли участие самые яркие творческие коллективы, песнями и танцами показывая самобытную и неповторимую культуру многонациональной России. На сцене даже танцевальный марафон прошел от кадрили до лезгинки. Русские народные традиции – славное наследие русского народа, чья культура наполнена духовными и нравственными ценностями. Это достояние важно беречь и продолжать воспитывать в детях. Артистов аплодисментами поддерживали зрители. Пусть в этот раз в зале их было немного из-за ограничений по COVID-19. Праздник останется надолго в сердцах. Теплые воспоминания – это важно. Желаем всем объединиться и жить дружно. Всем народам России объединиться и жить в мире и благополучии. Даря прекрасное настроение публике, участники концерта и сами пребывали в восторженных чувствах. Как говорится, что отдаешь другим, тем и наполняешься. Наш коллектив «Касаточка», мы очень рады, что пришли к нам гости. Мы рады, что дарим улыбки многим людям. И это просто так тепло смотреть на людей, которые приходят на наши концерты. Многие национальности, которые были... Которые проживают в нашей стране, были сегодня представлены на сцене. Каждый танцевал танец, все старались передать свое настроение. Да, подарить всем улыбки, чтобы все радовались, все гордились своей национальностью. Все народы, которые проживают в нашей стране, это одна дружная большая семья. И мы всем желаем. И мы всем желаем хорошего настроения. Счастья, мира и добра. Татьяна Фомина, Дмитрий Борисов, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ.